Индонезия продолжает бороться с сильными лесными пожарами. Во власти огня находятся сразу 6 провинций. Наиболее сложная ситуация в Южной Суматре. Там для борьбы с очагами возгорания власти вынуждены применять авиацию. В небе над лесами работают 4 пожарных вертолета. Информация о погибших или пострадавших не поступала. Причиной пожара стала жара и затянувшийся засушливый сезон. Синоптики отмечают, дожди в регионе начнутся лишь в ноябре, на месяц позже обычного.